Заклопка – разновидность крепежа, деталь заклопочного соединения в виде круглого стержня или трубы, с одной стороны имеющая закладную головку и образующуюся в процессе клопки замыкающую головку. Описание – существует большое количество разновидностей заклопок. Каждый вид имеет какое-либо преимущество перед другими. Примеры заклопок – обычные заклопки горячей и холодной клопки, общее применение – стержневые заклопки, высоконагруженные соединения, трубчатые полу. Трубчатые заклопки, малонагруженные соединения, высокопроизводительный процесс клопки, пистонные заклопки, соединение мягких материалов, закладные заклопки, вытяжные, возможность создания соединения при доступе только с одной стороны, взрывные заклопки, болт, заклопка и т.д. Самыми известными сооружениями, созданными с использованием заклопочного соединения, являются Эйфелева башня в Париже, Шуховская башня в Москве и мост Харбор-Бридж в Гавани. Сиднее. В последнее время широкое распространение получили закладные трубчатые заклопки, вытяжные, представляющие собой трубочку, развальцованную с одной стороны со вставленным в нее пуансоном. В скрепляемых деталях сверлится отверстие, вставляется заклопка и специальным инструментом вытягивается пуансон. Шарик развальцовывает, формируя в трубочке замыкающую головку, тем самым надежно закрепляя деталь и отрывается от стержня. Например, системный блок компьютера в большинстве случаев собран при помощи них. Существует модификация с герметичной заклопкой, где внешняя трубка представляет собой закрытую полость, в которой двигается шарик. Такая заклопка называется закрытой. В настоящее время процесс клопки вытеснен болтовыми соединениями и сварочными соединениями. В основном из-за медленного процесса сборки конструкции и утомляющего шума для рабочего является неразборным соединением.